нас есть немного времени, и мы решили немножко прогуляться. Времени у нас есть немного, потому что если бы мы выехали прямо сейчас, куда мы едем? Конечно. Ну, следующая станция. Куда же? Следующая с Шинджуку. Это не до конца. Там берем билет, и от нее на Окск. С нее берем билет платный уже. И до Фудзисан, конечно. Мы едем в горе Фудзи. Там у нас отель. Да. Но въезд через 4 часа. И если бы мы выехали прямо сейчас, нам пришлось бы там... Мы туда доедем где-то за 2 часа. Пришлось бы там где-то болтаться с сумкой, да. Это было бы неудобно. Поэтому у нас есть минимум 2 часа, чтобы проболтаться здесь. К тому же, да, мы проголодались и еще не пили кофе. Да, и спали. А сколько мы спали? 2 часа спали, 3 часа. Да, мы очень мало спали, скорее всего, мы сегодня днем где-нибудь уснем. Яндекс нам обещал дожди. Вчера дожди, сегодня дожди. Дождей нет. Ну, теперь куда? Если бы были дожди, мы бы не сняли это видео. Вот оно там где-то. Не видели. У нас по другой стороне здания. Или в другой стороне, непонятно. Движение появляется, лучше видишь, даже еще появилось каким-то. И там много. И они все в Чернобыльске. Вроде в этом здании. Тут непонятно. Когда приближаешь, ты на границе. По этим границам можно ориентироваться. Вот нам в сторону.
Может, хотя бы через здание пройдем, а потом там по нему чуть-чуть пройдем. Или вдоль здания. Ну да. Да, как будто бы он происходит, и будет не него. У нас с той стороны. Вообще, ты такая бесполезная. Она понимает, что у нас ограниченный язык. Это видно по тому, как мы выражаемся. Подбираем слова долго. Если мы что-нибудь ляпнем, я думаю, не удивится. Авария. Высокие, но они по отдельности стоят по всему городу. Но они, по-моему, не разбросы. Нет, настолько. А, ну это городские. Чем это? Здесь стеклянные рабочие. Ты больше не буду говорить, как здесь волшебные прекрасно, иначе сглаживать очень плохо. Мне нравится. Да я в восторге от того, что мы здесь приехали. А вот это магазин. Ну, и правда, мы же там ходили и видели вроде что-то. Только один проход. Да, это станция. Проходов нету, там выход на улице, стоит только это. Или спуститься под землю, но я тоже не знаю, где это сделать. Вроде бы... Может, дальше? Пойдем. Там, кстати, вроде были какие-то лестницы. Да. Тут уже неинтересно, я отличаюсь. Да.